Это Буся, ей 9 лет. Мы ее забрали маленьким щенком. Мы забрали ее с раной на спине. Вылечили. Ну, это наш ребенок. Можно я выключу телефон? У меня дома воздушная тревога и сработало. Я знаю, я не могу ее оставить даже на неделю. Она бы затасковала без меня, я без нее. Мы все эти 9 лет, мы вместе. Она спит со мной. Все время я по дому, она не лежит на месте. Она ходит за мной по дому. Я пошла в ту комнату, она со мной. Я в ту, она со мной. Все время мы рядом. Я бы здесь без нее не смогла, и она бы без меня там не смогла. Нет, моментов не было оставить. Я несла ее, у меня не было сумки. Меня муж довез до границы. И я пешком, километра полтора, несла ее на руках. Она не хотела идти, я просто тут без сумки несла ее вот так на руках. Всю границу на руках. Потом я сообразила достать сумку свою, душу для продуктов. И я ее туда положила и несла в сумке на плече все время. Все автобусы, все поезда. Она сидела в сумке. Мы ехали в одном поезде 5 часов. И она просидела 5 часов в сумке. Нам приносили корм, тарелки нам принесли. Спасибо большое вам за это. Мы благодарны за помощь, потому что ну, у меня поначалу, ну и сейчас нет возможности приобретать корм. Мы бежали, мы даже ничего. Она в дороге кушала то, что и мы кушали. Я не успела взять ничего с собой из еды.